Ну вот, скоро уже завершение, то есть нам один прокос остался. Вот. Нам сегодня пока помогает дядя Коля. Кучки он стаскивает по 5, по 6 штук. Ну и вот за сегодня маленько пришлось попрыгать. То есть если вот эти вот мотки ниток перевернуть, то они идут, то нитка путается, застревает и начинает рвать. Вот за сегодняшний день у нас, ну, тюков 20, наверное, оборвало. Нитки рвались. Вот. Ну и один раз у нас шпонку сорвало в двух местах. Это просто износилось. Из-за времени надо было время от времени менять вот эту шпонку. Вот. Из-за чего ее сорвало и главную шпонку сорвало. Вот. А так вроде все нормально.